Доброго времени суток. Рассмотрим очередной коучинговый вопрос. Сегодня хотелось бы рассмотреть такую ремарку на рапорт, на подстройку, на сонастройку с клиентом. Она звучит следующим образом. Да-да, конечно, понимаю вас. Вот это вот комбо. Два да. Дальше, конечно, подтверждение. И дальше еще третий маркер. Это на понимание. Не просто на формальное согласие, а на усиление того, что действительно как бы есть согласие, которое озвучивает коуч клиенту. И здесь очень важный момент, то как, с какой интонацией эта фраза будет, эта комбо может быть произнесено. То есть если оно произнесено формально, да-да, конечно, понимаю вас, то как бы достаточно... Это будет звучать очень сухо, цинично и неправдоподобно, и не сработает. Фактически здесь очень важно погрузиться в клиента и почувствовать его эмоцию. То есть здесь можно, даже если вы ментально, логически не согласны, то в принципе можно по крайней мере отвечать на вопрос, что я чувствую, чувствуете ли вы мысль, и чувствуете ли вы то, что ощущает клиент, хотя бы или транслирует в какой-то либо степени, то да, конечно, понимаю вас. Вот эта вот интонация, да, конечно, она здесь, интонация, скорость, то есть то, как произносить. Да, конечно, понимаю вас. Вот что-то типа того, здесь вариантов может быть много, в зависимости от состояния клиента. Но важно, еще раз повторюсь, это вот через ощущения свои, понимание и сонастройки с клиентом эту фразу говорить. Да-да, конечно, понимаю вас. Коллеги, всем добра, пока-пока.